Камчатцы не задумываются о своей безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Такой вывод можно сделать по итогам опроса о правилах пожарной безопасности, который камчатские спасатели провели в торговых центрах. В общей сложности было опрошено порядка сотни респондентов. Большинство из них, около 60 человек, как выяснилось, не обращают внимания на планы эвакуации и вообще не понимают, зачем это делать. Порядка 40 опрошенных стали более внимательны к ним только после трагедии в Кемерово. 35 человек не знают, что будут делать, если в здании торгового центра начнется пожар. 66 заявили, что выйдут из него, и только 7 сказали, что вызовут пожарную охрану и воспользуются огнетушителем. В случае, если основной выход будет отрезан огнем и через него невозможно будет выйти, 52 человека не знают, где находится второй выход и есть ли он вообще. Некоторые из опрошенных не понимают, зачем обращать внимание на местонахождение запасного выхода. 84 человека не знают, где могут находиться огнетушители и не представляют, как ими вообще пользоваться. 63 респондента попытаются вызвать пожарных по телефону 01. Напомним, что этот номер следует набирать только с городского телефона. С мобильного же следует набирать номер 101 или 112. Эти номера назвали лишь 38 человек.